Всем привет, с вами Андрей и Александр. И сегодня мы проходим страшную карту из Гаррис Мода, называется Ghost Hunt. Разработчик, это первая часть только. Ну да, разработчик, как вы видите, Калну, который сделал эту карту. И, кстати, и вторую часть он тоже сделал. Мы ее потом вам покажем. Да, спасибо этому разработчику. Ладно, продвигаемся. Следующая локация. Что мы видим? Лабораторию какую-то. Ну, типа того. Тут камеры слежения, которые показывают это. Так, вот эта кнопка отвечает за свет, если кто-то здесь находится. А, тут говорит. Еще вырубается свет иногда. Да. Или призрак, можно кажется, тут... это делает. Свет вырубился. Ну, тут можно переключать камеры разные. Так, вот эта коробка отвечает, ну, вроде что, где-то находится призрак. Ghost Detector. Это... Будем брать ее? Ну, можно взять. Ghost Detector отвечает, что вроде сейчас появится призрак. Да, вот это... О, свет выключился. Да, вот то, что красным цветом загорелся, значит, это что-то случится. Ну, можно брать или не брать. Ну, это камера с фонариком. Ну ладно, пошли. Изведывать эту область. Изучать. Черт, мне с ним тяжело ходить. Все, теперь легче. Просто его надо было взять в грею пушку. Перед тем, как... Мой датчик еще ничего не показывает, только зеленый цвет. Так, ну в этих комнатах так и ничего нет. Просто идем дальше. Да. А вот в этой комнате что-то будет. Да. Можешь заходить. Так. Дверь закрывается, и тут выскакивает один призрак зомби. Открой мне дверь, пожалуйста. Да, вот сейчас. Эта коробка отвечает, что вроде это ключи, что открывает там одну дверьку. А, ее надо брать? Я забыл. Не, ее брать не надо. А, не надо? Ну, туда просто ее подобрать не раз и все. Так, давай подождем тут, пока мисс призрак здесь один появится. А, тут появляется призрак такой, который засасывает все столы и скамейки. Да, вот тут как раз вот в центре. Может, пойдем пока покажем туалеты? Не, а вдруг он появится? Ну ладно, ну, ладно. Пошли. Сельские туалеты. Да, вот тут там, где тень как бы показывается, так и там что-то будет. Так, ты где? В туалете. А, чёрт. В правом туалете. А, вон, тень. И звуки из скринера, из хайпа второго. Да. Ну, сталкера еще. Теперь... А, еще вот тут мы не было. Да. Они разделили на две части. Нет. А, скелет красный. Да нет, тут только вода странная. Не знаю, что пока что. Кто-то обосрался. Ты не мог это слить. Или у кого-то месячные еще. Были. Или не, у кого-то понос был, что он не мог слить. Очень плохой понос у него был, что-то он переборщил с едой. Так, подождем пока. Сядю-ка я на скамеечку. Угу. Да ты не на скамейке сидишь, тут ты же на столе. Чуть пониже тебе надо. Да, мне, да, русскому вот человеку где хочется сидеть, и на столе, и на... Что там, на скамейке. Черт. О, вот так лучше. Не-не-не. Ты мог бы... О, опять там скелет появился в этом, в туалете. Довольно страшная карта.
Это если, конечно, первый раз проходишь. И даже сами, то это будет вообще сейф. Да, когда мы их первый раз проходили, было страшно. Очень. Мы вообще проходили без этих, без костюмов. Просто камера, даже без камеры. На свет определялись. Ну, может, пойдем, зайдем по морозилку? Ну, давай. Если, конечно, он не появится заранее. Ну, вот, запомните, вот тут он как бы появляется, и тут это засасывает. Да, вот так. Ой. О, да. Что это, что это? Ну, это у меня всё появилось, это лицо какое-то. Я уже первый кирпич отбросил. Заходим. О, ой, вон, ой. Вон он, чёрт. Вон он. А, нет. Не, чёрт. Это другое. Черт, я путаю. Черт. Это он был или нет? Да а, нет, это не тот. Наверное, это просто проходит тут. Да. Просто проходит человек. Я все же говорил, что, наверное, кто-то заранее появится. Да идите вы нахуй, мешайте столько. Не, ну все-таки оставь столы, я хочу посмотреть, как они эпично разрушатся. Они не разрушатся, то просто засасывает так это. Не, ну мне кажется, сломаются или что это? Блин, что-то он долго не появляется. Знаешь, как-то не хочет он попадать в телевизор. Или смущается просто. Я попытаюсь на этого на этот прожектор залезть. Сейчас, ничего не получается. О, получилось. Ну что? Ждем пока. Было бы круто, если тут появился бы Слендер. Да, у нас, кстати, есть карта про Слендера. Но он почему-то там не это, не двигается. Один раз появился и все. Ну, он так и ничего не делает, можно хоть это раздубасить ему голову, он даже ничего не сделает. Забросить его минами. Да, я вот смотрел, что кто-то писал это, что у Гаррис Моди, что там бомбу ядерную кто-то ему как бы подкинул и сдох. Ну, он опять в туалете какой-то скелет появился. Ладно. Это карта для Гаррис Мода, да? Да. А мы проходим с Энерджи. Да. Какие ну, интересные мы люди. Тоже. Карту для Гаррис Мода проходим мы с Энерджи. Блин, что долго не появляется. Мне кажется, он лентяй и не появится больше. То есть не появится. Ну, может, пойдем или как? Ладно, идем. Ладно. Да, может, это если, конечно, будет проблема, что разделяется на части в виде, то ничего. А теперь в другую локацию. Хотя, стой, может, подождем еще минуту. Ладно, я положу пока не сюда это. Ну, ты пока посмотри на него, я пойду в другую локацию, может быть. Или он появляется, когда тут свет выключим? Ну, даже не знаю. А если я пойду свет выключу? Йо, а чё там было? Понятно, кто-то там в тюрьме это что-то развалил. Ну, опять скелет появлялся в этом туалете. Ага. Уже четвертый раз. Или третий, я уже не помню. Во-во-во-во-во! Андрей, там с тобой все нормально? Да-да-да, в порядке, я уже заснял. А то я психанул и решил ящиками закрыться, вдруг меня сожрет этот монстр. А это ты? Ладно. Что ты сказал?
А, вот эту комнату им показывал? А, нет. Ну вот это как бы была закрыта, там где мы брали вот там вот эту коробку, то тут, как вы можете видеть, бутылки взрывающиеся. Взрывоопасное вещество. И аптечки. Да. Ну пока мы сюда не будем заходить. Давай по этому следу крови пойдем. Следу крови. След крови означает здесь опасность. Ой-ой-ой-ой, да. Блин, не успею. Вот когда кто-то слышите такой звук, то что сейчас слышали, то вот здесь появляется Брин вверх ногами. Брейн или Брин? Брин. Ну, а, из Брин, Half-Life 2 оригинальный. А, Андрей, подойди еще туда. Куда? К Брину. Как ты туда звук? Я Брин. Ладно. Пошли. Нет. Открывайте, собаки. Откройте. Нет, нет, это не конец. Я просто буду ждать в уголке. Давай. Ну, наконец. Да, потолок. Ух ты ж, какой потолок интересный. Тут можно... Ой, что это было? Ай. Блин, что с потолок обратно? Нет, так все-таки быстро. Эта комната нас не любит. О, свет выключили, пойду включу. Ну, давай я лучше включу. Давай. Я разбираюсь уже. А ты пока там побудь. Ау. Ну это бывает, если я обратно возвращаюсь, то вещи как бы сопротивляются. Да, вещи сопротивляются. Так, а какая кнопка? Первая или вторая? Вторая. Так, вторая. Чё ты опять выключил? Я включил? Ты выключил опять. А вот так. А, нет, выключил, подожди. Да, всё выключил. Ты что, издеваешься? Нет, я просто решил устроить дискотеку. Никому еще не помешал луч света. О. Жалко, что в эту дверь нельзя зайти, там не было красным цветом. Это... Горилось. А вообще эту карту возможно пройти? Не, только тут можно как бы понаходить, что вроде как где-то попугаться и... Так ты... Да. Тут это главное показать, где появляются призраки и все. Так ты вообще карту не прошел. Вроде надо иметь помог, а мы нашли нужно. Так. Неси гранату. Сейчас кирпичи будут. Ну опять свет выключился. Господи. Да ладно. Нас подводят эти провода. Ничего себе задержка, смотри какая у тебя. Да, не впервой. Что ты сделал? А, я просто положил баночку. Она взрывоопасна, ты что не знал? Я знал, что она взрывоопасна, я не знал, что настолько. Если ее положить на пол просто. Открой дверь. А, я сам не открою. Я попробую стулом выбить. Да, я несу следующую гранату. Убирай. Разбил. Молодец. Разбиваем и идем. А, тут скоро сталкер появится, и я да, помню. Да, вот тут как бы появляется сталкер, если вот сейчас покажу. Ты лезь. Оу, а тут проход есть. Там тупик.
Ну да, там тупик, ты прав. О, сталкер. Мистер, не подскажете дорогу? Нет, нам не подскажет. Так, тут два трупа, и они куда-то уйдут. Уйдут? Ну, уже ушли. А вы даже не приходили. Так, положи. Положи. А, все. Здесь аккуратно надо спускаться, как я. Блин. Смотрите, он мертв! Неаккуратно. Ну, у меня что-то... меня клавиатура подвела. Может, у тебя это немножко жесткие лаги? Ну да, пинг очень такой хороший. Люблю крупные числа, но не давай, настолько. Давай, костюм. А, костюм. На тебе, пушку. А, вот тут сейчас 6 этих быстрых зомби появится, помнишь? Ну, это если, конечно, с монтировкой сюда идти, то надо найти. Ладно, пойдем. Наше дело найти монтировку. Так, и тут еще один зомби. Призрак. Полетел. Подожди, Андрей. Смотри, что я сделаю. Там голубой свет. Опять. Ау. Это, наверное, место забросили уже. Но по-любому. Ой, что за звук? Да, вон сюда наверх. Ну давай, я возьму. Стой, я засниму. А, это участники дома 2 или кто смотрел дом 2? Да. Все умерли из-за телешоу дом 2. Кому-то не понравилось очень. Да. Я даже скелет с собой возьму. Поглумиться. Нет, это грешно. Подожди, откуда тут записки Кляйнера? Опять. Что тут делает Кляйнер и его телепорт? Кому-то очень нравится сюда всовывать. Да, ну ладно, пофиг. Так, туда не надо идти. Нет, вниз. Нет. Ладно, пошли отсюда, это меня пугает это место. Вниз. Так, ты внизу, а я хожу кругами. Так, тут я помню, вылезет один призрак. Ну, как раз отсюда, тут видно кровячка. Отсюда и вот сюда зайдет и пропадет. Интересно. Если дяденька вылезет, так. Мы не заходим сюда. Оу. Понял. Там запросто может подранить. Куда побежал? Я его догоню. Нет, я не успел. О, смотри, тут выход на улицу. Нет, это не выход. Мы можем посмотреть, где мы находимся. Вполне. Вполне почему. Ну, идем вниз. Офигенно. Так, ты где? Внизу уже иду. Я тебя какой раз уже теряю? Подожди, где... Ну, как бы с лифта внизу. Ну я так и знал, что ты там. Сейчас я тебя догоню. Слава богу, тут заряд бесконечный на фонарь. Аккуратно. На сей раз я буду аккуратно. Ау. Ты что, по лифту внизу? Я по туннелям. Все, я. Так, ты где? О, слушай, Андрей, я пробежали. Тут, короче, вот эти выбежали, 6 штук их было. Блин, извиняюсь, пожалуйста.
посмотри на свою задержку. Да как на тебе? Мне нормально. Мне норм. А это мор. Сейчас открываем последнюю. Очень приветливый скелет. А, пошли это. Сейчас я хочу. Да, и лучше не будем заходить, чтобы нас не убивало. Вот я понял, тут сжигают. Да, вот зайдешь сюда, вот это находится вверх и сжигает. Пошли. Ладно, лучше не надо. Очень страшное место. Мор. То, когда возвращаемся, дверь закрыта. Да. В общем, это не важно. Давай просто послушаем радио. А, отличное радио. Правда, помехи небольшие имеют. Да, после этого открываются все эти гробы. А что, зашибись. Землетрясение еще. Хотя, кстати, завтра шкаф не упал. А, все, уже дверь открывается. Так, все, пошли. А, все, дверь открыта. Думаю, что выбежит опять идти быстрее. Все. Вот это я выбрал.